Сегодня придется отправиться в объезд. Полностью закрыто движение по улице Даурской по направлению от Оренбургского тракта до Метевской магистрали. Участок предстоит миновать стороной до середины следующей недели. Кроме этого, сегодня вечером недоступным станет и съезд с проспекта Победы на Мамадышский тракт в направлении улицы Сахарова, а также подъем с Мамадышского тракта.